Всем вкусняшка! С вами снова рубрика «Автоответчик». Специально для тех, кому надоели диеты, а прекрасно выглядеть все еще хочется. Мы искали ответ на вопрос, что съесть, чтобы похудеть. Сперва за советом выйдем на улицу. Ну, говорят, овощи, фрукты нужно есть. Ничего! И все будет нормально. Сельдерей? Да ну, блин, кефира выпить, не знаю. Сельдерей, например, капусточку. Там много клетчатки, помогает расщеплению жиров. Добавлять в напитки корицу. И поменьше есть жирного. Все. Лучше ничего не есть. Ничего не есть. Лучше ничего не есть. Ничего. Не тема это, совсем ничего не есть. Попросим помощи у калорийного Гоголя-Моголя. Везде и всюду нам советуют потреблять грейпфруты. Это настоящий кладезь витаминов, и жиры сжигает отлично. Также организму не помешают полезные углеводы. Вы, наверное, уже не раз слышали о пользе гречневой каши. Мы испробовали на себе. Полезно, вкусно и для фигуры хорошо. А если вы решили худеть не к лету, а по его завершению, наминайте арбузики. Сам по себе арбуз очень некалорийный, а вот с жиром борется на ура! В интернете много полезного, автоответчик посоветует вам вот что. Хотите похудеть? Ешьте белки. А то есть нежирный творог, яичный белок и куриную грудку. А все остальное, жиры, углеводы, переносим на утро. Давай мясо! Подписывайтесь на наш канал, получайте интересные ответы. Сюда присылайте волнующие вас вопросы и будьте стройняшками. С вами был Денис Жупник. Приятного аппетита!